давай еще сделай красиво. Сопельку повесь сверху. Ладно. Зелень пошла. Фартовая зелень пошла. Ставлю угли. И мы смотрим этот шедевр. Кстати, чтобы вы понимали, на стриме это первый раз, чтобы мы поймали монету на 1000 в Razer Sharp. Смотрим, братцы. Может быть, еще подкинем? Ну давай еще сделай красиво. Сопельку повесь сверху. Ладно. Сверху сопельку. Ну можешь же. Ну пойдет. Триста касиков. Ай, красиво. Ка, блин, да капец, хоть практически А. Любая фигня, кроме А. Выпадает. Мне на змеях тут ведет фулскриню, красава. Или какую самую большую сумму денег держал в руках в своей жизни? Блин. Ну, где-то полмиллиона долларов, наверное. Максимум это. Так. Пишем. Но это не мои деньги были вообще. Так, для этого скажу. На пару секунд уже падал, понял. Ну, как бы... Мне в повседневной жизни, например, кэш в принципе не нужен. Поэтому... Ну, в смысле, в каком-то таком количестве. Но... Так, семерки можно волков закрыть. Семерки можно закрыть. Когти, понятно, два. Блин, морды и... Ну, конечно, зачем? А, что-то закрыли, да, мы? Один бесплатно, понятно. Ретригер бы выхватить каким-то чудом. Когти, когти, ка. Блин, да капец, хоть практически... А, любая фигня, кроме А, выпадает, и все норм. И у нас спины появляются. В количестве нормально штук. Семерка есть. Десятка есть, два спина. Слушайте, это что сейчас, фуллскрин может быть у нас? Типа вилдов. Два спина. Все, огонь. Сейчас тузов везде будет втыкать, походу, скотобаза. 90 тысяч по 300 рублей. А подожди, а где? А где искры? Волки, когти, я не знаю, ну что-нибудь. Когти, волки, ка. Блин, ну спин-то один надо. К, есть. Есть. Один вариант есть. Когти и волки остались. Дайте нам. Где пропадал? Давно тебя не видел. Все тут на ютубе, братишка, постоянно стримы. Давай, 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 давай. Когти, волки. Когти закрыли, спин есть. Волки есть, спин. Тузов можно закрыть, ребята. И фуллскрин вилдов будет, смотрите. Да? Да. Да. За два спината как-то тузов, может, закроем? За два спина тузов закроем, все будет фуллскрин. Нет, блин! Да нахрен так ты делаешь? Ой, капец. Последний спин, но! Капец! Все, вильды. Нормально? 118 500! Охренительно! Так это x1000, ребята. We'll be right back.
Домой, домой. Да иди ж ты сюда. Еще. Давай, 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 давай. Целый день мне сегодня говорит, малая, стримы не твое. Ты замазываешься, как свин последний. Уходи, говорит, не стрим. Уже голый все снял. Еще. Ну, кстати, со второго уровня это хорошо. Так это потому, что Саня мне так говорит. А я и слушаю. Еще бы X1000 тут было бы неплохо. Мужика. Мужика надо. Давай, давай, давай. Ура, 300-780. А мужчины выйдут сегодня или нет? Хорош, хорош. Бэм, 8000 сюда. Домой, домой. Да иди ж ты сюда, еще. Давай, 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 давай. Ну давай, ну! Ну пожалуйста, ну ставь. Хорошо. Хорошо. Ну X1000 должна быть, X1000 должна быть. Нет? Давай, есть. Хорошая. Вот это еще хорошая. Еще сюда 8000 пойдет. Давай, 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 давай. Дожимай. Есть! Ура, 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 ура. Хорош. Хорош. Наконец этот Big Bad Splash раз в жизни хоть что-то дал. Мэм, 44 тысячи сюда. Еще. Давай, 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 давай. Ну не скупись, три спина, давай. Забирай. Блин, вот это бы забрал вообще. Там тысяча рыб, рыба тысячная. Но! Что начинается-то? Что начинается-то? Ислам, спасибо большое. Давай, давай, давай. Ну ладно, пойдет. Больше X1000. Больше X1000. 46 968. Такое нам надо. Такое. Это Максвин, наверное. А сколько здесь Максвин? По 4 монеты. Блин, плохо. Горячий режим, неспортивная рыбалка. А что такое неспортивная рыбалка? Это что, сетями херачишь? Смотри, горячий режим подняли. Да капец, это мы занести можем, ребята. Етишкин дух. Во! X100 на 6. Это в смысле? Во! Ха! Другая разговор по 200 рублей. Офигеть! Красавчик! Я говорил, что надо вам доверять. 148 560. Сенсей, что меня не читаешь? Читаю. Подожди. У меня все сообщения включены? Да, все. Не знаю, не значит, не видно твоего. Ходи коням век воли не видать. Офигеть, смотрите. Опять. Братишки, спасибо. Братишки, спасибо, точно. Братишки, золотые ручки, спасибо. Офигеть. У нас же спины есть? Спины есть, до хрена. Ну? Горячий режим, опасная херня. Блин, а что монету не дали? Монеты 4 должно быть или 3? Наскинули только что или так просто? Блин, все зеленую хотя бы. Нет. Классный слот, да. Не существует, что ли? Нет, нет, существует, все нормально.
Это Максвин, наверное. А сколько здесь Максвин? По 4 монеты. Блин, плохо. А как? Блин, 3 монетки падает. Подождите, 6 из 15 только еще. 177 тысяч уже есть. А здесь X чего? X5 тысяч, X10 тысяч или сколько? В этом режиме X25 тысяч? X25 тысяч по 200 рублей? Да быть такого не может, Луча. Вот он умножает, смотрите. Так у нас еще спин-офф. Хрена, как это так? Как он так ставит много? 196 тысяч уже, уже X1000. Блин, монетки нужны, капец. Желательно две добавить сейчас. Не, блин. Теорида. Добрый вечер. Из Латвии. Латвия, здравствуйте, чай на 77. А спины дает? Спины не дает. Спины не дает, это плохо. Блин. 960 на 28, 28 тысяч. И... Чё-нибудь? Да ну, нахрен, блин, 27. Привет, привет. Здрасте. Блин, 4 спина осталось, ребята. 4 спина. Капец, 2 монетки. Одну монетку надо, одну. Одну, одну. Блин. Как-то что-то, вот эту, как-то что-то, пожалуйста, блин, нет. Капец, это вот точно Максвин мог быть. Вот смотрите, какие тут символы. 5000 лет ждем больших ярких заносов, спасибо. Нахера. Блин, мы вообще так близки. Какие 4300, елки-палки. Какие люди, здрасте. Так розовый этот топ-символ. Так я согласен на нее. Блин. 300 тысяч, ребята. Как с куста. Охренеть. Лучшая работа в мире. X-сплит дай. Это мы с Санечкой вместе слот выбирали. X-сплит. А, эти-то не сыграли. 16 тысяч сюда. Хорошо. Еще. Это мы с тобой выбирали. Нет, это мы. Говори всем правду. Так. Санечка. 16 тысяч пойдет. Блин, не закрыл. Ну, еще тушечка 18 тысяч. Ты тоже чатик у меня не спрашивал? Чего? Блин, нужен панк. Ну так-то вот. И вот сюда скатер можно? Нет еще? Форс сразу обозначим, кто тут хозяин. У нас тут нет хозяев, я шеф. X-сплит дай. Ну, блин, это немного, но это деньги. Это 14 860. И еще царь спин, давай. Еще зеленого. Пойдет. 33 371, ребят. 33 371. Охуеть. Наконец-то он, блядь, что-то отдал. Ну давай, гони, разгоняйся. Пока кисло.
Пиу-пиу-пиу. Ух ты, блядь. Все. Конец. Нет, не конец. На мана. На мана. Охуеть. Наконец-то он, блядь, что-то отдал. Наконец-то он что-то отдал, блядь. Вы посмотрите, что он делает. Посмотрите, что делает. Ебать, что он делает. Ох, ёб твою мать, а. Блядь, пожалуйста, играй. Пиу-пиу-пиу, блядь. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу, знаменитый. Ну все, да? Не будет пиу-пиу-пиу? Или будет? Будет, будет, будет. Пиу-пиу-пиу, давай, блядь. Ох, ебать, пиу-пиу-пиу, блядь. Так вот, нахуй. Вот это вот пиу-пиу-пиу, блядь, какой. Вы видели? Это просто чума какая-то, нахуй. Наконец-то... Блин, блядь. Вот она, блядь. Теперь лью водичку. Бонус. Либо 130, либо 120 водите. Вопрос, отмыл ли я X7 от депа? Так, третью звезду ставь. По-братски. По-братски, по-братски. Блядь, только по-братски. Опачки. Офигею сейчас. Офигею. Опа! Я тоже офигею, если он сейчас его туда поставит. Угу. А поставит ведь. Блин, не туда. А вот туда можно. Даже скипать не буду. По-братски. По-братски, сделай занос там тоже. Прагмат заиграл, надо его ебашить. Гамма играет. Заявляю смело. Да. А еще? Еще звезду, по-братски. Но он не даст. Не второй ретригер вряд ли. Ну не бывает, но редко. Бля, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жми, блядь. Повеселее как-то стало, бля. Слушай, с 1000 рублей отмазаться в табак, как бы, бля. До 125 с 1000 рублей, бля. Еще. Прикиньте, ребята, с 1000 рублей отмазаться в каком слоте? В собаках. В табаках. Я в шоке. Ёпт! Ой-ой-ой-ой. Еще звезду. Блин, блядь. Вот она, бля. Я даже скипер. Пошли после этого фиеста. Да может быть, правда, или нет. Еще нет. Погоди, Саныч, сейчас да. Мы еще их 2000 поймаем. И пойдем дальше. Ну, я думаю, что вряд ли он вид доставит. Ну, нет, может. Либо второй, либо второй, четвертый на, барабан. На второй, наверное. На второй. Ну, вряд ли. Тюнька, вряд ли. Ой-ой-ой. А ты говоришь, да? Нахуй, вряд ли, блядь, ёпта. Почти, ну, почти да, пятак, да. Да. А теперь топ. Опа! Есть. Блин! Я жду мужиков. На новую неделю опять привет. Мы не расстаемся с вами сегодня. Я не знаю, что происходит, ребят, но это жесть. Это что-то вообще какое-то. Это 50. Гадом буду. Охренеть, ты смотри, что творят. Еще раз. Блин, ну они закрыли, да? Я тоже мечтал об этом все, когда они закроют, блин. У нас сегодня все закрывает. На моих стримах такой можно. Хоть что-то мы сказали, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. А еще ретригер. Я охренею. Ну ладно, это еще 1000 точно.
Кстати, этот, Саныч говорит, блин, давай этот, бросаем этот, пойдем в Вилд-Вест еще раз ебем. Пожалуйста. Это еще 1010. Саныч, да, сидит в шоке. Две сотки. Блин, сделай последний красивый спин. Мужиков. Ну, баб закрыл. Нормально, нормально. Можно скип. Ну да. Тут может 7, кстати. X2000. Ёбля. Опять. Три тройки, двойки. Андрей, я слышу. А теперь, пожалуйста, на средний барабан. Вилт. По-братски. Да? По-братски, да. Вряд ли. Теперь вряд ли. По-братски. Да ёб. По-братски, да. Я уже борно себя ворвал вот этим. Третий бонус. Тебе дох. Три. Еще троечку. Еще. Еще одну. 14, ладно, пойдет. Три бонуски подряд. Ну, это заносная должна быть, блядь. Заносная должна быть, блядь. Без вариантов. Нахуй, без вариантов. Еще вот на третий. По-братски. Ну да, либо в середину, либо вниз. По-братски. Только не наверх. Хотя наверх тоже линия будет. По-братски куда-нибудь. Блядь. Ну сразу надо ставить. По-братски же просит. По-братски, блядь. Поставь. Да ею. По-братски, блядь. Отмазка. Надеюсь. Ну, бля, я даже надеюсь. Даже скипать не буду. Не хочу. Три тройки, двойки. Андрей, они тебя слышат. А теперь, пожалуйста, на средний барабан вилки. По-братски, да? По-братски, вилки. Да. Ай-яй-яй. Еще вилдов. Ой-ой-ой, еще вилдов. Есть. Лапу, блядь, давай. Стоп. 16-800. Нормально. Еще раз. Еще раз. Есть. Ну все, это пизда. Даже скипать не буду, говорил я. Занос недели и сразу. Здравствуйте. По-любому X1000. Да? 64 000. Пойдет. Еще топовую. Саныч, ты хотел это? Смотри. Это я говорил. Подряд две линии черных собак. Ну, да. Еще черных собак дал. Ну, сейчас, по-моему, это... Ну, если только в конце есть. Поздравляю, ребят. Спасибо всем. Да. Давай еще вилда. Ой, собачка, накрыл. Тоже пойдет. Все, ребята. Это жестко. Это по 48 рублей, это жестко. Это сотка. 22, пойдет. Пойдет. Ну сотку. Опять есть. Закрой. Бля, это пиздец. 16 000. Еще черный. Я охренею. Молодцы, супер. Радуюсь как за себя. Офигеть, 119 000. Ну черный. Ну понятно, кости, ну, да. Ладно. Все, здесь уже скипы. Тут уже можно, да. 120 000. 120 000. По 48. Скриним. Хорош, блядь. Вот это чуйка у разрывного, а, блядь. Желаю удачи, разрывной. Стоит, да. Ну, мы же две берем пополам. 5400 он, 5400 я.
Вот, вот, конечно, желтая прям вообще огонь. Две желтых и красную проехать, и Васька кот. Так, красная проехала, отлично. И вот сюда две желтых. Отлично, и еще одну рядышком. Ну, на второй барабанщик желтенький, пожалуйста, на четвертый, второй. Да ёпте, блядь. Желтую. Идеальный X. Вот. Ну? Блин. Ой, хорош, блядь. Вот это чуйка у разрывного, а, блядь? Сука. Это пойдет. Это хорош. Это хорош. Это прям нормально должно быть. Там линия вайлдов полностью. Красавчик. 85, блядь, просто. X3000. А это же еще там спин. Или два. Блядь, а сколько спин? Это последний спин? Блядь, сколько там было спин? Это последний был спин или нет? Бля, ну сотку добьет, пожалуйста. Добей соточку. Блядь, соточка. Еще спин? Бля, нет. Ну, 108, 108, 108.
This is a local emergency broadcast announcement. Serial killer Joe Labrador just escaped the high security mental infirmary, and he is now a fugitive on the loose in the community. He is extremely dangerous. Do not approach him.